Всем привет, ребяточки! С вами я, Макс Фифа, и вы не поверите просто, я попал на бету-версию FIFA 19 Mobile. Ребяточки, сегодня я вам расскажу, что будет. Я надеюсь, ну не надеюсь, я уверен 100%, что вам понравится этот ролик. Набирайте тут 15 лайков, и я сразу же выпускаю новый видос по этой фифке. Так что все, ребят, набирайте эти 15 лайков, я уверен, что вы их наберете, и все. Вот так выглядит мой состав. Ребяточки, я сам не знаю, я сам в шоке. Вот мне только что дали бета-версию. Тут у меня есть полный матч и виса, так. Еще плюс награды, ребят. Я не знаю, если вы уже успеете сыграть, потому что я один из первых ее скачал. Я был на стримах, на стриме, короче, у Русиса. И, короче, я смотрел на него стрим, он быстро увидел, что вышла эта фифка. Я быстро захожу в хром, скачиваю ее, и все, ребят. Все, погнали. Вот так движок выглядит, ребят. Извините, что я заговариваюсь. Я просто в шоке. Не могу поверить, что я сейчас в нее играю. Я в нее минут 10, ой, минут 20 играю в нее уже. Просто офигеваю. Вот мой состав, да, сейчас говорю. У нас такой режим Frostbite. Я знаю, будет немножко лагать, ребят, но не обижайтесь. Это не моя проблема, что так лагает, это проблема EA. Так что, сори, пожалуйста, вот так как-то будет все это быть. Это не мой телефон, это очень сильно сервера лагает, что, думаю, вы не обидитесь. Погнали. Все, ребяточки, я просто реально в шоке, вот. Вот что я заметил. Вот так как-то бум. Ой, ну это я не сбил, я 1-0 проигрываю. Отлично. Нам еще проигрыша не хватало. Сюда дай, пожалуйста. И обратно. Хорош. Забей. Понятно. Ребяточки, я не знаю, как это будет на записи. Я думаю, на записи оно будет лагать. Капец, трындец. Не на то высоко. Блин, я тут буду проигрывать, потому что надо привыкнуть к этому режиму. Он, знаете, луншотик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, если тут еще и драфты добавят, это просто будет лучше фифка, которая... Ну все, эта фифка уже удалась, потому что там... Это новый, так сказать, такой новый графон, как сказать можно. Frostbite, короче. Да, ребят, очень сильно лагает. Но я думаю, уже завтра сервер будет нормальный. Смотрите, какие тут удары головой. Я просто читерские удары башкой. Самое тяжелое тут штрафные. Штрафные, конечно, тут это проблем. Но думаю, сейчас я забью. Да, это гол. Это голасо. Блин, я проиграл 4-5. Просто, понимаете, надо привыкнуть, потому что я уже не привык. Я просто привык в этот движок играть, который в 18-й фифке. Как просто марсиана расстреливать. Ну, будто реально вот так играет. На самом деле, он играет на левом фланге. Так, о, все, это гол. А, я понял. Время вышло. А, 5-5, даже так. Отлично, мы сыграли 5-5. И давайте сыграем последний матч. Я надеюсь, ну, я думаю, вы не обидите. Зазуля, да ну нафиг. Роман Зазуля. Давайте сейчас быстро поставим состав. Все, вот так вот. Зазуля в защите. Прикольно. Ну окей, пусть в защите Зазуля будет играть. Давайте последний матч. Все. Я думаю, уже завтра будет сервер офигенный просто. Вот сейчас очень много людей играет в эту фифочку. Боже, ну завтра все уже окей. Извините, что я говорю несколько раз одно и то же самое слово. Я просто не могу поверить, что реально у меня такое сейчас в руках. Фифка. Просто офигенно. Так. Кордиальбо 85. Капец. И да, ребяточки. Если кто-то из моих подписчиков, из вас, да, успели скачать эту фифку, если вы не знали, что... Ну, если вы это не видели, когда вы запускаете фифу, у вас пишет, что все предметы, которые вы набрали в этой пробной версии, не сохраняются. Ой-ой-ой. Не сохраняются в новой фифке. Типа, когда вы скачиваете уже, ну, полную фифку, это 7 ноября будет новая фифка. И все эти предметы, которые вы накопили, игроков, вот эти все мои три элитки, они не сохраняются у вас. Так что я знаю, это, ну, это как бы нормально так, но с другой стороны это так, ну, не прикольненько. Но все равно я на это не обижаюсь, мне на это все равно, я главное геймплей заценить. Так, ой, ну это не гол. Ой-ой-ой, а летел так мяч. Блин, мне очень классно в это играть. Давай.
Забивай. Хорошо, 2-3. Я знаю, я тут проиграю, но ничего страшного. Главное, что я показал вам геймплей. И я думаю, что меня не забанят, ну, типа, ну, не забанят, а именно не забанят, ой-ой-ой, видео. Потому что, типа, может быть, нельзя это показывать, я не знаю. Ну, типа, стримы можно, значит, тогда можно показать и это. Из этого я не буду этого это монтировать, потому что смысла тут нет, тут просто показать вам движок. Блин, если бы не были лаги, я бы этого чувака выиграл. 7-4. Понятно. 9 секунд. Ту баночку красиво напоследок. Уже на это гол. Понятно. Забросил последний гол. О, у меня даже время вышло. Блин, я даже не знаю, как вам это все сказать. Все, девочки, вот такой получился видос. Всем спасибо за просмотр. С вами была Макс Фифа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, я думаю, вам понравился этот видос. Не обязательно, что он был таким коротким. Я говорю, опять из-за серверов. Завтра, я думаю, будет сервер офигенный. И все. Завтра я буду уже играть. Я запилю матч 3-4. Так что все, давайте, ребят. Спасибо за просмотр. Пока-пока.